Добро пожаловать в нашу тюрьму. Просто тупо стол за 100 тысяч. Давай с тобой посмотрим, как же у нас живут заключенные. Смотрим. Всем привет, друзья! Вы на канале FFG TV, и сегодня мы будем с вами, как обычно, зарубашиваться в Roblox, а я хочу построить сегодня свою собственную тюрьму. А смотри, какая штука. Я давай немножко тебе уже расскажу, что у меня тут есть. У меня тут работает один бедолага, бедняга вот такой. Он у меня, короче, добывает вот такие камни. Вот он у меня работает, это мой заключенный тюремный. Да, весь недовольный такой приятель тип, потому что ему приходится пахать. Вот он, в общем, эти камни мне добывает. Эти камни, соответственно, я принимаю у себя для строительства, также беру их как в качестве денег. Вот я их могу, смотри, прийти накликать. Тут у меня их уже огромное количество собралось. Но мы можем с тобой потом автокликер купить, чтобы они автоматически мне капали в карман. Вот, смотрите, нажмите, чтобы получить авто. Давай сразу с тобой приобретем. 300 рублексов нам нужно заплатить. Окей. Зато у нас сами камни будут автоматически собираться. Покупаем. Остальные, что мне нужно все равно вручную собирать, что ли? Ну, ё-моё, тут же их невероятное количество много уже. О, все, вроде все накликал. Так, окей, замечательно. Вот, в общем-то, он работает. Давай дальше, что делать с тобой? Давай покупать еще одного нуба. Вот второй нуб. Теперь у меня по двое камней. Ну и тут не за горами, наверное, третьего нуба можно купить. Лазерный топор для... Что? Какой еще лазерный топор? А ну-ка, что это такое? Давай прикупим с тобой. Мы еще даже не начали с тобой тюрьму строить, но я тут что-то уже собираюсь прокачивать. О, нифига себе, смотри, какой нуб. У него золотая кирка. И что, золотые камни будут? Нет, камни вроде простые. Ну, пойдем теперь строить. Тюрьму. Так, фонд, стена, внешние стены. Не хватает денег. Ладно, внутренние стены еще раз, внутренние стены три. Так я что, построил только вот такие кирпичи, получается? Смотри, у меня тут реально пока все из стен. А внутри, где же все у меня будет? Так, ладно, а это что такое? Главный забор. 75 тысяч баксов! Вы что, с дуба, блин, упали, что ли? Ну, деньги капают, у меня уже, по крайней мере, хорошая новость, потому что мне не нужно их идти собирать. Так, а это что такое? Смотри, мы можем с собой приобрести за 1000к. Нифига себе, это какая-то часовня, смотри, какая-то башня. А как на нее забраться? Ну, короче, это типа, там охранник у меня будет стоять, смотреть, наблюдать за всеми. Вот, я понял. Так, это мне 2500, это опять 500, это тоже 500. Да, слушай, тюрьма здоровая. Давайте пошите, рабы! Так, тут что я могу построить? Молот-работник, 5000к. Ладно, это поднакопим пока денежки. Все остальное скоро будет. А вот тут что такое? Радиоактивный экстрактор. А для чего нам нужен? Экстрактор какой-то. Что за хреновина такая? Ну-ка, давай посмотрим. И для чего он нам нужен? Ну, типа, мне больше денег прибавляет, что ли? Ну, возможно. Ладно, что-то я, наверное, не понимаю. Так, это что-то построим опять. Вот это строим. Денег дофига. Давай, строим, пока не кончились. Что такое здоровая-то тюрьма? Одни кирпичи только строят. Переходим с тобой внутрь тюрьмы. Давай здесь. Так, это кто еще такие? Добро пожаловать. Так, стопы. Так, Мигель Хендерсон украл микроволновку. А, что-то его полицейские куда-то повели. Так, ладно, давай, я пока занимаюсь строительством. Так, это входная группа. Лобби. Придумали тоже название в тюрьме. Добро пожаловать в нашу тюрьму. Садитесь на лобби. Может быть, вам водички. Сейчас наша служанка принесет вам освежающий чай и фреш. Присаживайтесь на лобби. Как-то денег не хватает. Я хочу взять вот этого чувака. Смотрите, какой-то VIP, нуб, работник. Давайте купим. Ну, еще у меня будет вроде бы как статус VIP. Опа, чем отличается он от этого нуба? Так, бездари, работаем, давай. Мне нужно побольше денег, что-то вы как-то медленно. Давай еще одного раба купим здесь. О, смотри, кстати, с каким-то молотком тоже работает. И вот здесь, наверное, еще одного поставим. Так, вот с дрелью, нифига себе, смотри. Что-то такой злой-то, блин, недовольный. Все, работаем, ребятки, давайте, денежки зарабатываем. Рудоочиститель за 150к. Ну ладно, давай приобретем, что-то за фиговина такая. Я, правда, понятия не имею. Может, она мне будет больше денег давать? Лазерный очиститель. Ну, типа, мы очищаем камни, и мне тем самым больше намного денег прибавляется. Теперь надо бы переходить уже во внутреннюю часть, и все-таки там уже начинать строить. Мне кажется, с деньгами теперь должно быть более-менее все в порядке. Посмотри, как они... Так, надо мне тут кое-что достроить по мелочам. Вот тут полицейский ходит, бездарь, непонятно чем, не хочет заниматься. Стол лобби, опять у нас тут лобби, компьютер. Не тюрьма, а целый курорт тебе. Так, все, тут достроили, вот это наше лобби. Идем сюда. Так, металлоискатель. О, смотри, через него будет проходить заключенный и там оставлять вещи свои. Так, надо мне еще кого-то прикупить здесь. Кто тут есть? Коллекционер Рут, работник кафетерия. Ну да, тоже, кстати, нужен. Хранитель мира. Ладно, пусть вот так пока будут потихоньку. Таблица обработки.
Ребятки, что это такое? Что за таблица такая, ребята? Я не знаю, какие-то столы здесь я покупаю. Может быть, здесь проводится с заключенными проверка? О, ты что наделал? Ну-ка, давайте спросим мне. Мастер-хакер. Ух ты, так это же хакерша. Она могла какие-то банки грабить там или еще что-то. Но она попала в тюрьму. Так, тюремная камера номер 5. Опа! Ага, что тут у нас будет в камере? Давай с тобой посмотрим, как же у нас живут заключенные. Смотрим, кровать для заключенного 1, двойная, тут значит могут жить у нас 2 человека. Кровать для заключенного 3, нет, тут может быть жить 4 человека. Тюремный туалет. Вот, все, что у нас есть в камере. Кровати, койки и туалет. Вот только я не могу понять, почему нет двери открыты. Тюремная камера номер 6. Ладно, тут, наверное, то же самое, ребят, будет. Ну да, все примерно то же самое. Так, вот это что такое? Огни коридора. Наверное, это просто свет. Лестница 1. Ух ты, то есть у нас будет лестница на второй этаж. Здесь у нас что будет? Так, дверь. Интересно. Опа, опа, это что такое у нас? А, слушай, это же у нас, получается, двор. И тут прям во дворе у нас типа а-ля качалка, спортивный зал и все такое. Тут, короче, мои заключенные будут трениться. Так, баскетбольный обруч. Даже баскетбольная площадка будет. Красава, вообще ништяк. Спортивные ребята у меня, однако, тут будут. Забор. Ну да, колючий забор, куда же без него. Переходим дальше внутрь. Ну, тут, я так понимаю... О, смотри, это повар, что ли? Нет, это охранник. Так, давай столовку. Да, делаем с тобой. Тут у нас буфет, короче. Поварята здесь уже стоят. Что-то... Господи, что вы такие страшные? Я к вам бы никогда не пришел бы жрать. Ладно, это у меня будет столовка. Все, столовка готова для заключенных. Далее идем. Тюремная камера номер 1. Ну, тоже тюремный блок, короче. Повсюду, везде, в основном тюремные такие кроватки, туалет. Здесь то же самое. Вот здесь у меня, смотри, вообще все готово. Все 4 отделения с кроватями, с туалетами. Так, отлично. Там у меня, соответственно, будет туалет. Опа, а вот тут что? Так, подожди, что-то я сюда не добрался, ребят. Так, вот тут что-то. Ну, тут, наверное, туалет должен быть. Шкафы безопасности. Камера хранения, типа, каких-то вещей или что? Мониторы безопасности. О, так это получается охранный блок, что ли? Здесь охранники будут сидеть, наблюдать за заключенными. Так, тут что? Да, она пока ничего не могу понять, что это такое. Ну, тут, наверное, я так понимаю, будут работать полицаи, документы. Ну, короче, это типа офисное такое помещение для полицейских. А может быть, это комната допроса? Не знаю, напишите в комментариях, как вы думаете, что это за комната такая? Ну вот, кабинет готов, в принципе, все. Я пришел на второй этаж, давайте здесь уже начинать строить. Смотри, здесь есть душевая. О-о-о-о. Просто какая-то она офигительная, я вам скажу, для таких тюремных делов-то всех. Так, скамейки, душевые блоки. А, ну такая общая душевая. Ну да, это тюремная, ребята, это не... О, смотри, тут даже посидеть можно. Подходишь, тут все голышом стоят, моются, короче. Хотя бы так, за это спасибо, нужно сказать, что она хотя бы тут есть. Тут что, скамейки. Скамейки для заключенных, супер. Так, отлично. Дальше идем сюда. Какие у нас еще есть условия на втором этаже? Оружейная дверная камера? Это уже интересно. А ну-ка, пойдем сюда. Оружейная камера, одни столы какие-то. Я только что подошел, увидите, я тут строю, а они не появляются. Что за, блин, беспредел такой вообще просто. Офигеть, ребята, здесь какие-то цены бешеные просто. Смотри, по 200к, по 300к, по 400к. Офигели, что ли? Просто тупо стол за 100 тысяч. Да идите вы знаете куда. Не буду я вам ничего тут строить. Я вообще сейчас разозлюсь. Скамейки, одиночные камеры, одиночные заключения. Что это? Это все камеры, смотри. Это будет то же самое, что и на первом этаже у меня. А денег у меня больше нет. Это достраивать я не буду. Потому что что-то тут какой-то лохотрон. Я вот здесь что-то построил, а это нифига не появилось. Где мои деньги? Верните бабосики, так сказать. Заплачены. А нету. Ладно, друзья мои, короче, на этом я буду заканчивать. Вам желаю хорошего, прекрасного настроения. Подписывайтесь на мой канал обязательно, ставьте лайкосики и жду вас в следующем видео. Всем удачи, всем пока!